городе Барнауле 65 точек продажи елок. У каждого цена разная, но по статистике говорят, что в Алтайском крае елки самые дорогие. Мы решили это проверить и отправились на елочный базар. Мы выбрали 3 торговые точки, чтобы выяснить примерную среднюю стоимость елок разной высоты. 700 рублей самая маленькая. От 700 рублей. А самая большая стоит? Ну, 3000, 5000. Если прям большая, хорошая, ну, 5000. Это какая высота у нее? Ну, вот сколько она, метр, два, метр, 4-5. Поскольку в рейд по елочным базарам мы отправились во вторник утром, покупателей не застали. В будни продают по вечерам, да и расходятся елки. Говорят, торговцы гораздо лучше в выходные. На второй точке за маленькую елку от полуметра придется отдать от 700 рублей. Но большие елки на этой точке оказались дешевле. Дерево высотой в 4 метра стоит примерно 4000 рублей, то есть 1000 за метр. Но больше всего удивили цены на третьей точке. Самая маленькая елочка у вас сколько стоит? Вообще от 800 рублей елочка у нас. От 800? Да, в этом году очень хорошие елочки, поэтому как бы цены в принципе не ломим. За 1300, за 1500 можно взять вообще отлично. Это прям... сколько метров будет? Ну вот, к примеру. То есть вот такая елочка? Аккуратненькая, да. 1500 будет стоить, да? Да. Чаще всего, по словам продавцов, горожане предпочитают покупать елки до 2 метров высотой. Они бюджетные. Кстати, в городе существует еще и доставка елок на дом или в офис. Правда, стоимость той же ели, которую можно найти на базаре, намного дороже. А вообще можно узнать, вот средняя цена примерно хотя бы там за 2 метров? Ну, сейчас я думаю, что от 4, наверное, и выше уже остались. Ага, а почему такая вот цена? Потому что вот на елочном базаре, там, например, 2000, там, 3-метровую елку можно найти. Ну, потому что такие елочки, такая цена. Они откуда-то привезенные специально? Нет, елочки наши, салаирский кряж. Самая высокая цена за елку высотой 2,5-3 метра на сайте доставки 9000 рублей. Это скорее люкс-сегмент, а вот средняя цена на елки от полуметра до полутора примерно 1000 рублей. До 2,5 метров обойдется в 2-3 тысячи. Самые крупные будут стоить примерно 5000 рублей. Продавцы отметили, что в этом году у горожан какой-то елочный бум, и очень многие люди хотят живую елку и начали покупать их раньше и в больших количествах. Однако все равно есть те люди, которым жалко живые ели, потому что они завянут, и потом их придется выкинуть на мусорку. И они покупают пластиковые, искусственные, которых хватает на большее количество использований, на большее количество лет. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.